Давай, 30 секунд. А куда? А любую точку там, где можно дома взмутать. Да. Ну давай сюда. Увидел точку мою? Во. Будет прикольно, если еще и зона на нас. Не знаю. Вон пидоры рядом появились. Там нас домиков должно хватить. Давай, мои справа, а твои слева. Ну, шапка наконец-то. Граната. Виктор. А я какой-то режим 2-2 отдел. Так, броник. Граната. Ты что, мои уже дома уже зашел? Я не знаю, что я дома. Я своих там ни хрена не нашел. Класс. Я у себя тоже, кроме Виктора, ничего не нашел. Так, что у меня за стволы? Короче, у меня два дробовика каких-то. Ну, а у меня дробовик и Виктор. У меня автоматический какой-то дробовик. Вот и у меня дробовик автоматический. И вектор. Он что-то получше нашел. Короче, там где точку поставил, там пидор, блин, был. Я нашел МК-12 какой-то. Зона рядом. Ну погнали дальше. Где это? Да я жду, давай вот эти магазин посмотрим. Это машина есть. Я на крышу чек. Там, кстати, оружие один у тебя рядом какое-то. Да я вот уже взял. Это гроза. На крыше ни хрена. У меня вот те, где меня еще нету. Самая хуйня.
по прицелам, что у тебя? Ну, два нормальных прицела, я не знаю, какие там. Ну, дай мне один, у меня снайперка есть. У меня тоже вот снайперка. У тебя же два прицела, дай мне один. Так, иди, пошли в зону. Ой, я аптеки нашел. Я тоже аптеку и пенки нашел. Я и то, и то нашел. Я тоже. Вот еще тут куча. Куча аптек. У меня уже две большие есть. Три большие. Блин, как поизит слегка. Я авангард. Я пока поставил оранжевую точку, куда я бегу. Гроза. А, у меня две одинаковые винтовки. Класс. Ну, у меня две снайперки. Ты прицел себе на... А, не, у меня МК-12 какая-то и ЛВСЦ. Ты прицел нашел? Да, X2 нашел. Ну, у меня тоже X2. Тут, по-моему, были, то двери пооткрываны. Какая лучше? Дамаг, рейндж, стабилити, рейд файр. Ага. Дамаг, рейндж, стабилити, рейд файр. Ага, это лучше. Понятно. Вот это на тебя. Вот это все. Не ставится. Охуеть. Ну все, блядь. Сейчас хп начнет отваливаться. Ты ко мне идешь? Я в зону иду. На оранжевую точку. Ага, я понял, бегу к тебе. За тобой. Кто-то едет. Рядышком со мной. Вот обратно. Разбежались бы. Так вы бляхамуха, тебе когда сказал? Ну я грозу себе нашел, аптек себе понаходил. Так а что у тебя там за скопы есть? Так их старые. А, только их старые. У меня одна снайпа, блин, на это... На 30, другая на 10. А, патронов? Ага. Одна полуавтоматическая? Наверное. У меня вот на 20, я не знаю. Семи-ауто. Полуавтомат. А, у меня ничего, выйду. А на простой снайпе ничего не пишется.
А, это у меня второй автомат просто. И гроза, блядь. Кто-то едет справа. Справа, слева, слева. Справа. Я их не вижу. На горе. На горе на 15, N15. Понял. Не вижу. Обходят. Я сам не вижу. Там же, Дэн, там же. Ты их обходишь? Нет. Ну чё? Так, попал. Я не вижу их. Мне столбик не мешает. А, увидел я его, вижу. Попал по мне, сука. Ты чекаешь его? Угу. Он там же? Без понятия, у меня тут дымой. Я его не вижу. Где там с ним стреляешь? На СВ 240. Да. Убил? Нет. Ты метку так поставил, нифига себе. Кью метка ставится, блин. Е убрать, по-моему. Да. Зоне? Зона пошла. А мы не в зоне, да? По мне. Снайпа лучше. Попал. Еще раз убил. А ты пока можешь стрелять. А на всякий случай. Я убил его. Да их там двое, если что. Я одного сразу убил. Тупо с двух выстрелов. Я вижу вон. Где? Так, он меня положил. Да. Где? Вон там же, где ты убил до того, как бы, типа. Да? Ты его не убил, ты его положил. Блядь.
Да ебаный в рот, блядь, возьми руку. Ты еще живой? Да, быстрее я типа ползу. А мы до сих пор в зоне. Ты собрал снайпер? Не, я взял этот. Блин. Я взял ХАМАС. Я понял. А этих прицелов нет? Их 4 я нашел, забрал себе. Где ты там? Я тут. По эту сторону камней. Да, это airdrop, да. Ну и что там? Это по тебе? Наверное. Ау. Ау? Да, ау. Это рядом. Кстати, те шарики это airdrop. Я понял. Я же догадался. Блин, мы на вертолете. Серьезно? Да. Коптер полетит к нам. Но я советую не лететь сразу. Мы в топ-10 сейчас. Сейчас сюда все начнут бежать. Советую отхиляться полностью. Я никого не пишу, блядь. Attention everyone. This
Helicopter will only stay for a short period of time. There are four seats. Please board as soon as possible. I repeat, there are only four seats. Two seats left. Прикинь, уже двое на вертолете. Что, серьезно? Такие новые. Такой же, как и я. Ну я двоих денег положил. Чтоб я в пупке двоих вот раз положил денег, это писец. Слышишь? Challengers here.